Всем привет, с вами Клеопатра. В этом видео я расскажу, как пройти новое испытание июльского отбора на 3 звезды в Clash of Clans и забрать все плюшки, которые можно за него получить. А под прошлым видео вы оставили больше, чем 2000 лайков. Огромное спасибо! Давайте под этим роликом соберем 2500 лайков, чтобы каждый клэшер знал, как пройти новое испытание. В Clash of Clans появился абсолютно новый клан Bandit City, который набирает игроков, начиная от 5-го таунхолла. Самый главный критерий – это активность. Если вы часто находитесь в онлайне в игре и хотите принимать участие во всех игровых режимах, то этот клан именно для вас. Глава клана – это 9-й таунхолл, а также имеется аккаунт с 13-й ратушей, с помощью которого можно будет получить донат практически по всем юнитам. Повышение в клане можно получить за активность и донат, это для старейшины, а также за помощь в развитии клана, и это для руководителя. Минимальный возраст для входа в клан 15 лет, а обо всех дополнительных правилах расскажет сам глава клана. Тег оставляю в описании к этому ролику. А если на днях вы заглядывали во вкладку «События», то наверняка уже успели заметить, что у нас приближается новое испытание, в этот раз июльского отбора. Оно начнется через 11 часов, да-да, я в 12 ночи пилю для вас видос. Ну так вот, оно начнется через 11 часов, и за его прохождение можно будет получить много разных плюшек. База будет выглядеть вот таким образом. Эта база, как и в испытании июньского отбора, взята от одного из топовых игроков, который участвовал в чемпионате мира по Clash of Clans. И сносил эту базу тоже один из топовых игроков с чемпионата мира. И по секрету вам скажу, на мой взгляд, это самое сложное испытание, которое вообще было в Clash. Не из-за базы, а из-за той армии, которую использовали для сноса. Ведь именно этой армии придется атаковать, чтобы пройти это испытание. Поэтому в этом видео я покажу, как снести эту базу так, чтобы у вас точно был 100% результат и вы смогли забрать все бонусы, а также ресурсы, которые можно будет получить в этом испытании. Сразу скажу, что из клановой крепости здесь не будет вылезать огромная пека, здесь абсолютно обычный стандартный клан касл. Но сама армия, которая используется в этом испытании, крайне сложная, особенно для новичков, у которых низкие таунхоллы. Поэтому, как всегда, со стоп-кадрами и с подсказками я постараюсь детально рассказать, как пройти этот испытание. Сначала посмотрите, а потом повторяйте, для того, чтобы не спешить во время атаки. Первое, что мы делаем, это используем дирижабль, который у нас направляется в сторону орла. В дирижабле находятся супермаги, которыми мы будем уничтожать не только орла, но и строение рядом. Как только дирижабль долетает до орла, сразу же кидаем рейдж и сразу кидаем инвиз. На инвизах далее будет строиться вся атака с помощью супермагов. Заклинание невидимости работает 4 секунды, поэтому инвиз на магов кидаем каждые 3 секунды, чтобы точно успеть. Главное, чтобы маги не выходили из зоны невидимости. Они должны снести обязательно орла и деф рядом. Но не забывайте, что кидая инвиз на строение, маги их тоже не видят, поэтому смещайте инвиз влево-вправо. Далее кидаем одну лучницу и королеву на лагерь. Неважно, при этом умер у вас КК, либо же там осталась полная лава или собачки, королева с этим разберется. Яд можно кидать как на собак, которые остаются в конце, так и в самом начале, когда только вы высаживаете магов. Здесь принципиальной разницы нет. Далее по красным стрелкам высаживаем двух ледяных големов. Рядом с мортирой находится Тесла и еще одна чуть подальше. Далее по красным стрелкам мы бросаем супербомберов для того, чтобы они открыли две створки забора. Следующим высаживаем короля около Теслы. Он пойдет у нас вовнутрь базы по направлению к ратуши. Далее нам нужно высадить чемпионку. Мы сажаем ее ровно на мортиру для того, чтобы она впоследствии снесла правую противовоздушную оборону. На этом моменте можно немного расслабиться и внимательно следить за королем, потому что около него находится сингл инферно, которое мы замораживаем с помощью заклинания. В противном случае король сгорит. И как только чемпионка уничтожит ПВО с правой стороны, на домик строителя кидаем мини-дракончика. Он поможет уничтожить то, что находится справа. Теперь наблюдаем снова за чемпионкой. Она должна пойти в центр, и по ситуации, когда это необходимо, используем ее прожатие. Аналогично мы делаем и с королем, когда чувствуем, что у него остается мало здоровья, прожимаем короля, и два героя должны снести ратушу. После этого начинаем заниматься левым флангом. На пушку мы сажаем одного всадника на драконе. Напомню, что этот юнит реагирует на строение дефа, поэтому он пойдет именно на пушку. Далее мы направляем лаву именно по той траектории, которую сейчас я показываю красной стрелкой. Она летит на ближайшее ПВО, и в линию мы высаживаем оставшихся драконов вместе с хранителем, который поставлен в режим воздуха.
Следующим шагом высаживаем охотниц за головами в районе противовоздушной обороны. И теперь очень важный шаг – это прожатие хранителя. Хранитель должен прожаться в тот момент, когда рядом находятся и драконы, и охотницы. Тогда охотницы смогут добежать до вражеской королевы, которая находится глубже в базе, и ее убить. Теперь остаются последние два шага – это зачистка. Используем мини-дракончика и муху по красным стрелкам, а также высадка шаров. Мы их высаживаем по красной линии, которая сейчас показана на экране, и сразу же кидаем планирующее заклинание. Сразу после этого кидаем мороз на чистильщика и швырятеля. Это важно, потому что чистильщик будет сдувать ваши шарики, а швырятель наносит очень серьезный урон. И как только действие первого мороза заканчивается, кидаем точно такой же второй мороз. Далее просто добрасываем остатки мух, магов и лучниц на последние строения и ждем завершения атаки. Вот, в принципе, и все, что нужно делать в этом испытании, но, повторюсь, я считаю его одним из самых сложных. Более того, я смотрела, как проходила атака у игрока, который смог снести эту базу на чемпионате, и я вам скажу, что его тактика еще сложнее, и она требует еще большего мастерства. Поэтому я немного переделала его тактику, сделала более простой предзаход, и я надеюсь, что вам будет проще теперь пройти это испытание с таким пошаговым гайдом. Если не получится пройти этот испыт с первой попытки, не расстраивайтесь, испытание реально сложное, поэтому со второй или с третьей у вас точно все получится. Также не забудьте поделиться этим роликом с друзьями, чтобы они без проблем смогли пройти это испытание и не выдумывали сами тактику долгие часы. А я же хочу поблагодарить спонсоров канала: Александр Легендарный, Дэм Лакомка, Дэм Джампер ТВ, Андрей Самойлов, Гейм Айк, Ноунейм, Соник Брау Старс и XNodX. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмодзи и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатры. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас оставляй прикольный или интересный комментарий под этим видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и прожать колокольчик для того, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока!